Вообще нет. Абсолютно. И люди агрессивные, видят собак, вообще делают столько замечаний, не понимают того, что ходят хозяева с пакетиками. Вообще очень мало мест. Где-то я знаю там, на переезде, но мы туда никогда не ходили. В парке тоже. Ну, в парк днем ходим. Народ очень плохо относится. Агрессивно, очень агрессивно. Особенно старушки. Мужчины есть, которые вообще делают, ну, ни с того, ни с сего, что вы тут ходите, что вы тут. Если бы еще хотя бы видели, что собака гадит, сделали бы замечание. А так вот я даже могу показать, что, смотрите, все ходят с пакетиками. Вот. И почему-то у нас так это все очень. И во дворе у нас есть мужчина, который плохо относится. Находятся такие люди. Вот. Собаку ж не отпускает, вот большую я не отпускаю, хотя он не агрессивный. Не знаю, что-то люди такие какие-то злые. Из-за всего злые, что происходит здесь на Украине. Ну, казалось бы, что на собаках отвязываться, не знаю. Голос громады має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.